Что-то создает помехи. Я попробую исправить. А я вам выгоняется здорово. Обнаружен вражеский блокиратор костюма. Критическая угроза. Ксеноцефы в секторах. Два дельта с первого порядка. Все живые существа будут немедленно уничтожены.
Занял надежную позицию на утёсе, но его взять дело времени. Понял. Движусь к тебе, чтобы ослабить давление. Путь отхода Браво неприемлем. Рекомендации. Нет альтернативы? Ты кто такой? Нет. Я не буду с тобой разговаривать. Заткнись! Позовите Клэр. Нет. Мне нужна Клэр. Продолжай. Импровизировать? Какого хрена импровизировать? Где твой план?
Критическая угроза. Активность повстанцев в секторе 2-6. О, это просто очешуительно. Типичный прогон от центра. Не могу открыть этот туннель. Да? Ну так я, блин, могу. Давай! Критическая угроза. Активность повстанцев в секторе 2-6. Подтолкни-ка! Псих! Этот поезд полон! Взрывающихся материалов. Да. О, да. Это твой план? Да. Ну давайте, засранцы. Знаю, как тебе, а по мне это грёбаный беспредел. Дерьмо. Дорогуша, твой солдат номер один на связи. Открой коридор на укрытие. Расчетное время 10 минут. Ромео-1, это командир Ромео. Поддерживайте радиопротокол. Теперь верните эту железяку домой. Прием. Идем. Ну и баран. Слушай, она ничего, если ее получше узнать. Просто не упоминай о видениях, ладно? Псих! Почему она зовет меня железякой? Внимание! Пока Сел контролирует энергию, Сел контролирует нас. Порабощает нас. Сердце Сел находится в энергетическом нексусе Цукермана около станции Брод-стрит. Они называют его «Система Х». Этот осколок технологии цефов заключен в едином комплексе по сбору энергии в нескольких сотнях метров под землей. Это самый охраняемый объект военно-промышленного комплекса. Если у Сел есть ахиллесова пята, она здесь. Мы понесли тяжелые потери за последние несколько месяцев. И мне пришлось взять оперативное командование на себя. Нас прижали к стене. Сел дышит нам в спину. Сейчас или никогда. Мы уничтожим Сел сегодня или погибнем.
Добро пожаловать в наше скромное пристанище. Сел всегда висит у нас на хвосте. Нам приходится кочевать. Ну, ты понял суть. Черт! Всем частям! Отходите к зеленой линии. Не останавливайся. Привет, Ракуш, я вернулся. Подожди, Майкл, я скоро. Добро пожаловать домой. Сел, долбят нас цифровой артиллерией. Наша сеть сыплется. Верни нас в онлайн, живо! Черт! Пэт! Препятствия для искажения сигнала. Мне насрать. Верните нас в онлайн. Пэт! Боже, Майкл. Ну и денек. Мы потеряли хороших бойцов. Я пыталась связаться с Дэйном, когда... Что за... О, нет. Нет, нет. Пэт! Это Пророк. Выслушай меня. Взгляни на модификации, Майкл. Это Сэф? Или Сэл? Это вообще человек? Мы что, жертвовали людьми ради этого мутанта? Смотрите. Это не просто костюм, Майкл. Клэр. Клэр. Мы здесь уже 5 месяцев. И в этих асимметричных боевых действиях у нас все меньше успехов. Предполагалось, что это будет нашей Нормандией. Увы, вот они мы, прячемся. Мы ударяем то тут, то там, но не можем захватить инициативу. Нам нужен тот, кто изменит расстановку сил. Майор Лоуренс Барнс. Пророк. Карл Эрнст Раш. К вашим услугам. Раш, я помню вас. Замри, пожалуйста. Комбинированная ДНК. Человек. Сэф. Искусственная форма жизни. Невероятно. Ты у меня не читаешься. Да ладно тебе, чего ты ждал, Лоуренс? Я создал этот костюм, мой дорогой, естественно, он не может прочесть меня. Клэр права насчет риска. Силы много, но она нестабильна и своенравна. Капризна. Майкл посвятил тебя в наши планы? Я проинструктирую его перед выходом, сэр. Это превосходно, босс. Мы покалечим Сэл навсегда. Ситуация куда хуже, чем можно себе представить. У меня видение, обрывки... Нам нужно переместить бой в Сэл, отключить энергетический Нексус и со всем этим покончить. Ибо то, что они делают, погубит всю жизнь на планете. Помните это. Знаешь, ты говоришь как пророк. Это намеренно? Очень соответствует. А теперь пойдем спасать наш вид. Ладно. Хорошо, выдвигаемся. Будь осторожен. Буду, ты же знаешь. Идем. Эй, я же просил тебя не говорить про видение. Ну хотя бы про нас не промолчал. Ромео один, у тебя микрофон торчит. Упс. Сюда. Вот. Вот у нас ГГС. 500 мегаватт, напрямую питающих высотную систему обороны Сэл. Сэл распределяет свои силы по подстанциям. Что с этим делать, сам лишь?
И есть еще энергетический Nexus Cell. Система X. Порубим дамбу, и ключевая оборона Cell накроется. Они не могут переключить питание системы X. Другой сетки. Объясни, зачем им дамба, если у них в системе X бесконечный источник энергии? Избыток? Или что-то в системе X их пугает? Слушай, псих, ты хорошо знаешь этих людей? Им можно доверять? Почему она так истерит по поводу моего костюма? Она ненавидит костюмы. Не знаю почему. Все, что я знаю, это то, что ее команда вытащила меня из лаборатории. Она спасла мне жизнь. Лестница заблокирована. Нужно как-то запустить лифт. Помощь нужна? Нет. Отвали. Командир Ромео, я беру на себя управление. Мне нужна прямая связь с монитором нанокостюма. Прием. Принято. Но не дольше, чем необходимо.